Виктор Кляусов – бронзовый призер юнацкого Кубка Европы по дзюдо. Его сябр и партнер по команде Рогор Хлебча – пятый. Хлопцы выступали на соборництвах у Польши. Соперниками мехлючан были атлеты из Украины, Литвы, Германии, Исландии, Великобритании и навод Австралии. Наши дзюдоисты змагались на борцовском диване за бронзовые узнагороды. У финальных поединках больше удало выступил Виктор Кляусов. Дарэчы, летась на подобные турниры и он стал так само третьим. Напереди у хлопцев еще несколько международных стартов, а осенью их чекает Кубок Украины.